Лучшие семейные традиции и творческие увлечения в выставке авторских работ и цветочных композиций. В преддверии Всероссийского праздника Дня семьи, любви и верности в Муроме стартовал окружной фестиваль «Семья на все времена». С первыми участниками познакомилась Елена Петрова. Об удивительных руках Надежды Соколовой в 5-м микрорайоне знают многие. Недаром всю жизнь проработала ткачихой, и вышивать умеет, и вязать. Новое увлечение мастерицы позволило окружающим под другим углом взглянуть на привычное рукоделие. В нашем микрорайоне много талантливых людей, которые принимают участие в городских мероприятиях. Соколова Надежда Степановна подготовила композицию к окружному фестивалю «Семья на все времена» из бумаги «Молодую семью». Надежда Степановна в этом конкурсе не новичок. На этот раз освоила материал бросовый. Первый раз это я сделала корзиночку, подошла в КОС, спросила, посоветовали, подсказали это на День семьи, любви и верности выставиться. Второй год я сделала с макарон уже. А вот нынче вот решила вообще полностью сделать мою семью. Мама, папа и ребеночек в коляске. Все сделано из газеты. Пока глава семьи еще находится в разработке, Надежда делится секретами изготовления первых двух персонажей. Молодая семья появилась практически без финансовых затрат. Вот только времени и тепла души ушло много. Вначале трубочки крутишь, потом их маленько подкрасишь, чтобы пропиталось все. А потом уже начинаешь придумать какой-нибудь фасон или что-ли. Начала я вначале вот делать с мадам с этой. Вначале не получалось, потом попросила я манекен. На манекен уже начала делать. Полностью ушло где-то у меня месяца 3-4. Молодой фестиваль, которому всего 2 года, уже завоевал сердца своих поклонников. Желающие поделиться семейным творчеством могут представить свои работы в 6 разноплановых номинациях. Дом, наполненный теплом, храним традиции своей семьи, ее величество семья. Ты помнишь, как все начиналось? Семейная кладовая и последняя номинация «А вам слабо». В ходе фестиваля проводится демонстрация интерьеров, а также фотосессии в представленных экспозициях. Прием заявок на участие осуществляется в комитетах общественного самоуправления, отделах сельских округов, либо в комитете территориального самоуправления администрации округа Муром, кабинет 102 до 27 июня. В рамках окружного фестиваля пройдет демонстрация интерьеров. В представленных экспозициях можно будет провести фотосессию. Выставка расположится в сквере Ермакова и будет радовать муромцев и гостей города в День семьи, любви и верности 2 июля с 11 до 16 часов. Елена Петрова, Александр Симонов, новости Муром.